Всем привет! Информация для тех, кто знаком с моим приспособлением для фрезеровки пазов. Ранее на канале оно там выложено, можете посмотреть. Суть, значит, сегодняшнего ролика такая. Я фрезерую доски торцевые по центру. Это ручки, ухват. И проблема в чем была? Выставить точно, чтобы посередине было, чуть-чуть досмещалось. То есть получается, что вот фрезер, он там ходит по своим направляющим и выбирает. Регулируется это за счет вот этих пазов. Значит, как будет смещение этого фрезера. Вот. Центр я, значит, отмечаю. Провожу линию. И по этой линии как-то вот я подсовывал линеечку туда и пытался вот выставить все посередине. Но очень долго, и бывает и не точно. А самое главное, долго, потеря времени большая. Сегодня вот почему-то решил, что надо вот как-то все это ускорить. И пришел к такому решению. В общем, вот этот паз 19 мм. Вот. Значит, я ставлю, закрепляю доску с трубцинами. Подвожу за счет вот этих вот сдвига вот этой верхней площадки. Подвожу ориентировочно посередине, черту посередине этого паза. И уже, так как здесь 19 мм, это вот половинка, это 9,5. Вот половинка от этого паза. И подвожу, значит, этот шаблон к черте одной стороной. Потом, значит, на вторую сторону, ну и вот добиваясь того, чтобы был центр, ловлю центр. В принципе, ловится это все мгновенно, очень быстро, лучше всяких линеек. Вот, вот по крайней мере, для центра. Если что-то другое нужно будет, значит, другие просто шаблоны нужно будет делать. Вот, все, всем пока.